Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный зимний наборчик. Шапочку я вязала спицами, крючком вязала снуд. Снуд я вязала крючком номер 4, шапочка у меня 4,5 спицы чулочные. Вот, пряжи я брала за основу довольно-таки крупненькая. Это Alize Lana Gold Plus, довольно-таки красивая классическая пряжа полушерстяная. Как вы видите, она крупная, и из-за этого получилась крупная красивая вязка, которая на сегодняшний день является очень модной и актуальной. Сейчас также очень является актуальным, чтобы вязать, допустим, шапочку спицами, а снуд крючком, либо же наоборот. Вот я таким вот принципом и связала. Шапка у меня классической высоты с отворотом. Можно такую шапочку связать без отворота, удлиненную, эффектом чулка, шапки бини. Вот, я выбрала почему-то вот такую, мне понравилось. Сейчас очень модно также с двумя отворотами, но, честно говоря, когда крупная вязка, крупные спицы и ниточки, то это очень-очень громоздко. Я сделала на шапочке такой замечательный переход петелечек для того, чтобы сделать красивый отворот, который будет плотно прилегать к голове. Размеры можно точно так же менять. У меня шапочка рассчитана на обхват головы 54 сантиметра. Я вязала для себя этот наборчик. Можно сделать 56, 59, то есть в зависимости от вашего обхвата головы. Я дам ссылочку в описании под этим видео более подробно, где вы сможете рассмотреть, как связать вот такую замечательную шапочку. Точно так же я даю рекомендации, как можно ее видоизменить. Теперь снуд я вязала на основе детского снуда, он у меня вот такой вот в дырочку, благодаря этому он является не парким, но он полушерстяной и вот так вот собирается на шее, поэтому он довольно-таки теплый. Вообще на самом деле сам набор сам по себе очень-очень тепленький, вязала я его для себя на зиму. Вот, конечно же, кому понравилось, обязательно ссылочки все оставлю на пряжу, оставлю в комментариях, пишите, кому понравилось. Вот, конечно же, обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего дня, пока-пока!